Всем приветики. Пришла ко мне еще одна посылочка. Вот такая вот. В таком пенопластике. Пенопласте. Так прикольно открывается. Как такой типа чемоданчик. Здесь такая наклейка. Ну просто этот как его. Поролон или как оно. Пенопласт. Просто пенопласт заклеенный наклейкой, и получается как такой чемоданчик. А в нем стекло для телефона. Сверху лежит такая штука. Это получается. Так, сейчас мы откроем. Сзади, что у нас сзади? Ну, показано, типа, вот этой штукой, так что ли, подеть стекло старое? Или что это такое вообще? Ну, в общем, я так понимаю, нанести на стекло вот эту штуку, тряпочкой растереть его, а потом приклеить, наверное. Как-то так. По идее. Хотя нет, здесь показано, что вот этой штукой как-то так поднимают старое типа стекло, а дальше что, тряпочкой труд. А зачем тогда вот эта штука? Как-то плохо, что все на китайском, хоть бы на английском написали. Дальше идет просто все, в кейсе ничего нету. То есть в кейсе лежало стекло и вот эта штучка. И причем пупырка такая, вообще такая новенькая, такая мягенькая вообще. Ни разу не лопнутая. Обычно пупырки такие уже подмятые, замученные. А это прямо такая толстенькая-толстенькая. Но помимо того, что в пенопласте, так еще и в пупырке. Здесь бы, блин, как же оно круто запаковано. Получается, вот оно стекло. Его положили в эту штуку. В эту штуку. Эту штуку в пупырку. Пупырку в пенопласт. Да уж, ничего себе. Одного пенопласта хватило бы, мне кажется. Вот она, пупырочка такая. Ну и, конечно же. Блин, класс. Классненько. Вот такая штука. Тоже китайские надписи. Так, это все уже не надо. И что-то такое непонятное. А, Clean Kit. То есть очищающий набор. Clean Kit. Так, хорошо. О! Скрытые символы на этой. Что-то ничего не понятно на самом деле. Надо посмотреть, что внутри. Все, внутри ничего нет. Идет здесь что? Авет Вайпас. Ну, в общем, это, наверное, какие-то салфетки, я так понимаю, для очистки экрана. А это наклейки. Типа, я так понимаю, отклеиваешь эту, приклеиваешь к старому, чтобы оно взялось, и тянешь, и оно приподнимает. А когда оно приподняло вот этим, ну, задеваешь, открываешь, дальше, наверное, наливаешь, первой салфеткой чистишь по-мокрому, потом, когда почистил, уже на сухую второй салфеткой. И после того, как оно уже полностью чисто, тогда, наверное, уже
это уже будет на старом стекле, на новенькое стекло. Одну из этих, наверное, наклеить. И как-то так зафиксировать, наверное. Типа наклеил на край вот сюда. Или на середину как-нибудь там приложил там к телефону. Приклеил снизу и просто нахлопнул. Или две так сбоку. Одну полосочку приклеил здесь. Так приложил, приклеил и просто так хлоп. И накрыл ровненько. А третья не знаю для чего. Ну, вообще, блин, непонятно вообще ничего. Хоть бы какую-то... Ну, типа такой инструкции положили бумажную, но на английском. Тогда можно было бы переводчики все забить и перевести, ну, пошаговую инструкцию, а так. Я все равно, типа, сделаю ну, здесь же не зря лежит. Ну, понятно, для чего стекло наклеить. Салфетки все почистить. А вот это для чего все? И вот это, надо ли оно или не надо? Скорее всего, я сделаю все по-своему, просто протру и наклею. А все эти наклейки... Хотя, блин, удобно, наверное, будет заюзать их. Ну, не знаю. Потом будет видно. Посмотрю, как там, что там. Может, еще на страничку зайду, где я их покупал. Может, там инструкция есть. Да, наверное, должна быть в описании. Или... Спрошу продавца, какой порядок действий, для чего все это надо вообще. Я думаю, он мне все объяснит. Но пока что пускай. Это мне уже не надо, это все. Как бы упаковки, а вот это скоро буду использовать, потому что мое стекло сильно побилось. Вот, как-то так. На этом все. Всем покедова.